Я приветствую всех, это NL подкаст «История успеха», и сегодня очень рад приветствовать в этом подкасте ваши аплодисменты Ксения Шендри. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. NL подкаст «Истории успеха». Учитывая то, что уже очень много людей побывало в этом подкасте, у меня, знаете, собралась такая статистика. Я знаю, что кто-то приходит в НЛ, ну просто потому, что устает от прошлой жизни. А кто-то приходит в НЛ, потому что ему скучно. Ну, вроде бы как и деньги есть, и семья обеспеченная, но как-то вот скучно сидеть. Кто-то, наоборот, приходит, потому что устал считать каждую копейку, подсчитывать там каждый рубль, куда он пойдет, на что его потратить, а где можно сэкономить. Расскажите про себя. Вы зачем сюда пришли? Вы зачем пришли в НЛ? Вообще, я пришла на продукт. Я пришла пользоваться продуктом. У меня не было в голове, что я хочу зарабатывать в НЛ. И, вернее, я бы хотела, да, я так думала, но я не верила сама, что у меня что-то может получиться, потому что я в Молдове живу, в маленьком городе, и что такое сетевое, у нас вообще никто ничего о сетевом не знал, никто этим не занимался. И вообще, в принципе, у нас такой менталитет, что мы привыкли, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно много работать, много пахать, так сказать. Поэтому зарабатывать у меня такой мысли не было. Я увидела продукт, я была на 8-м месяце беременности, мне очень нужен был дрейн-эффект. Я искала, где его заказать, как купить, ничего не нашла. У нас никто не работал в НЛ, не было менеджеров вообще. И я подумала, может быть, мне тогда зарегистрироваться, буду покупать себе продукт, сама пользоваться, потому что пока искала дрейн-эффект, наткнулась и на другую продукцию, и меня очень заинтересовало. Думаю, буду себе заказывать, ну, может, подружки подключатся, там, знакомые, мама, еще кто-то. Ну, может быть, там что-то буду как-то зарабатывать себе же и на продукт. Именно о больших деньгах, о построении команды я не думала в это время. Я хотела просто пользоваться продукцией, может быть, иметь какие-то деньги, чтобы себе покупать продукт. Ксения, и вначале... подождите, я вас буду перебивать прямо иногда сильно, потому что у меня же возникают какие-то уточняющие вопросы. Вот. Какой эффект вам был нужен? Дрейн-эффект? Дрейн-эффект от отеков, да. От отеков? От отеков, да. На лице или где? Я туплю. Ну да, лицо, руки, ноги. Вот когда беременная, сильно отекаешь. И вот я прям наткнулась на дрейн-эффект в интернете. Показала своему врачу, он говорит, да, можешь взять. И я его начала искать, как купить. А что это вообще такое? Вот это какие-то таблетки или что? Это порошок, что это? Да, это порошок, напиток дренирующий. Но он на растительных экстрактах, и он действительно помогает от отеков. То есть я правильно понимаю, вы не то чтобы искали этот самый дрейн-эффект, если я правильно произношу, у компании NL. Вы искали, в принципе, у кого угодно вот такой препарат? Именно что он... Я увидела у одной и той же беременной девушки, я искала именно его в компании NL. Просто я не знала другие продукты, видела только вот этот дрейн-эффект. И компанию я ничего не знала. У нас в Молдове ничего не было вообще, просто ноль. А какой это был год, Ксения? Это был 2017 год. 2017 год, получается, ну, 4 года назад, почти 5 лет назад уже скоро будет, да? А вы мне вот что скажите. Ведь молодая мама, ну, будущая мама, да, вы на 8-м месяце беременности. Насколько я знаю, девчонки вообще, вот особенно если это первая беременность, они же очень сильно заморачиваются по поводу того, чтобы, не дай бог, там ребеночку не навредить. И во вторую очередь, ну, в первую они всегда про ребеночка думают, а во вторую очередь они, конечно, думают про себя. Но это же всегда, мне кажется, вызывает какой-то страх. А что это за порошки такие? А вдруг я сделаю себе хуже? Как вот с этим были какие-то проблемы или мысли?
У меня был страх, но я говорила, я показала врачу, он посмотрел состав, и он говорит, да, можешь купить. Mm. Поэтому я купила и пользовалась. И потом и коктейли уже пила, то же самое показала врачу, и сама в интернете все разобрала. То есть страха никакого не было, потому что есть голова, прочитала, посмотрела. То есть врачу показала, мой врач, он мне потом еще клиентов подкидывал на Drain Effect. Мальчишка у нас или девчонка? Это был второй ребенок, девочка. Как зовут? Алиса. Алиса? Алисе скоро, получается, 5 лет. Да, ей летом 5 лет, вот из берега пришла. Ксения, а ну и вы были довольны этим самым дрейн-эффектом? То есть насколько быстро вы его почувствовали? Да, я сразу же почувствовала. Ну, он там сразу моментальный эффект. Пьешь, и через полчаса уже видишь эффект. Я выпила, мне понравилось очень. Я показала в сторис в Инстаграме, рассказала всем своим подругам, давала пакетики пробовать. А потом у меня просто, ну, его так много заказывали, а в компании тогда был дефицит. Его невозможно было сюда, он просто был дефицитным, этот дрейн-эффект. Его нужно было ждать месяцами, заказывать заранее. Я там заказывала сразу по 50 упаковок. Вот. Ну, получается, что если у вас сразу эффект был налицо, и у вас сразу девчонки, знакомые, и вот через врача стали спрашивать про этот продукт, получается, что в НЛ вы выстрелили очень быстро? На личном объеме, на личных продажах, да, сразу у меня в первый месяц, и во второй, то есть уже там практически перед родами у меня большие объемы были, я очень хорошо продавала. Но в команду люди не шли первое время, первые 3-4 месяца вообще в команду не шли, потому что не понимали, не знали, не доверяли. То есть покупать продукт, да, у меня сразу все стали, видя и на мне эффект, то есть и давала попробовать, и показывала продукт. Плюс многие уже видели тоже в интернете, но не знали, где в Молдове заказать, а так появилась я. Но в команду долго не шли. А личный эффект, вы говорите, хороший был результат. Сейчас я уже говорю о финансовом эффекте. Это сколько? Вот какой личный показатель считается в компании хорошим? Ну, я не знаю, у кого как. Но я в первый месяц заработала в леях, это 5000 лей. В рублях это где-то, ну, 15000 рублей. Но, чтобы вы понимали, это у нас средняя зарплата в городе. 15 тысяч рублей. Угу. Да, в первый месяц я заработала вот эти 5000 лей, это у нас такая нормальная зарплата в городе. Поэтому, конечно, это хороший результат за первый месяц. А беременна... вообще на эти деньги можно жить, да, в Молдове на 15 тысяч рублей? Ну, выживать, да. Поэтому многие уезжают на заработки туда-сюда. Ну, кто-то и живет так, да, это такая зарплата нормальная. А почему люди не шли? Вы, вот сейчас уже, когда у вас есть опыт 5 лет, получается, это же первый ваш опыт в жизни в сетевом маркетинге, или вы где-нибудь уже, да, были? Нет, я вообще не знала, что такое сетевое, и когда я получила материалы в НЛ, я такая, сетевой, что это, как, в смысле? Я думала, что нужно просто продавать продукты, все. Но когда я узнала, что нужно строить команду, звать людей, учить их тоже продавать, я была в шоке, потому что я до этого не знала, что такое сетевой. Мы сейчас к этому вернемся. Мне интересно, а вы кто по образованию, Ксения? Я закончила 9 классов, потом поступила в училище и на втором курсе просто бросила. У меня нет образования. Я в 18 лет замуж вышла. Вот. Ну что так рано? По любви? Да. Прям вот любовь, любовь, любовь до гроба? Да, до сих пор вместе. Двое детей. Какие молодцы, какие молодцы. Дай Бог в добрый час сказать.
Я вот что хотел уточнить. Вы говорите, ну, в команду никто не шел. Личный объем хороший. Вы зарабатывали среднюю зарплату по Молдове, но в команду никто не шел. А вот сейчас, по прошествии 5 лет с вашего старта в компании NL, вы понимаете, почему не шли? Вы плохо звали или вы что-то не делали? В чем была причина? Это была моя ошибка. То есть я стеснялась показать, что я 5000 зарабатывала. То есть я не говорила. Я говорила, что я зарабатываю, но сколько я не говорила. Нужно было твердо говорить, я зарабатываю 5000 лей, это не стесняться этого, что, ну, как бы сумма не такая уж и большая. И, то есть, вот нужно было твердо сказать о своей заработке и звать. А я звала, но прямо не говорила, сколько зарабатываю, никогда. Ну, первое время, вот эти вот первые месяца, когда ко мне люди не шли. И еще у меня такое было, ты, ну, я тебя зову, да, но ты там как-то сама, то есть я не работала с людьми вот эти периоды. Когда я поняла, потому что почему я не работала, скажу, потому что мне казалось, что мне вот эти люди, которые в команде, они мне конкурентами становятся. Я же была одна, а тут появляются еще люди. И я с ними не работала, думая, что они мне конкуренты. Но когда я поняла, что мне эти люди не конкуренты, что нужно, да, работать, чтобы у них тоже что-то получалось, тоже зарабатывали, будут зарабатывать они, буду я еще больше зарабатывать. А когда я начала говорить о заработке, сколько зарабатываю, я начала говорить вот такие суммы 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, ко мне очень хорошо стали идти люди вот на эти деньги. Ксения, а вы сказали в начале разговора, я живу в маленьком городе, вы сказали. Да. А где вы брали этих людей? Ну, к кому вы шли? Вот это вот те вот девчонки, которые у вас покупали порошок этот, да? Или кто эти девчонки? Кто в итоге оказался в вашей компании, в команде? Вы где их нашли? Но у меня сейчас в команде из моего города, и из столицы, из Кишинева, и из других городов, юг, север. У меня очень много людей за границей. Наши молдаване, они же уезжают, да, работать там в Германию, в Италию, в Испанию, в Португалию. Да. Муж, например, работает, а жена пока не устроилась, сидит дома. Вот работает в НЛ, в Англии у меня девочка высокой квалификации. В России есть тоже ветка. Девочки жили в Бельцах моих, живут теперь в России, тоже работают у меня в команде. Так а вы их где нашли? Через интернет? Вы же не лично их увидели где-то? Ну, получается, вообще мы нашлись через Инстаграм. Но, да, вот в Англии звезда, например, она мой бывший парикмахер. То есть мы нашлись, она наблюдала за мной, попросилась в команду, ну, захотела в команду. В России девочка, то же самое, в одном городе жили, в одной школе учились. Она меня нашла, что я зарабатываю, что вот я в городе так продвинулась. Да, она меня нашла, тоже пришла ко мне в команду. В Германии у меня сейчас тоже девочка высокой квалификации, подруга детства. То же самое, нашла меня в Инстаграме, списались, я ее позвала. И вот так вот, ну, то есть вообще в Инстаграме они все за мной наблюдали, все видели в Инстаграме. И кого-то я сама звала, кто-то сам приходил. Вот сейчас отвлечемся ненадолго. А вот сейчас, когда вы видите свои фотографии, когда вы видите себя в зеркале, и вот если сравнивать с Ксенией 5 лет назад, ведь 5 лет назад, ведь все заморачиваются, особенно женщины, по поводу возраста. Годы идут, нужно себя содержать, нужно ходить к косметологу, нужно следить за внешностью. Конечно, все хотят как можно дольше оставаться молодыми. А вот вы какой себе больше нравитесь? Той Ксении, которая 5 лет назад была вот в зеркале, или которая сейчас? Ну нет, конечно, сейчас больше нравится. Потому что, ну, больше я стала ухаживать, да, если до НЛ у меня даже крема не было для лица и каких-то, то сейчас у меня все есть от НЛ, вся косметика, все уходовая. Ну и плюс, конечно, начались походы и к косметологам, и
какие-то манипуляции, так сказать. Ну, то есть совсем другая жизнь началась. Ну, ради этого и хотелось зарабатывать, чтобы ни в чем себе не отказывать и в процедурах, и к походам к косметологам. То есть все спокойно ходить, все оплачивать. А если вы сначала боялись говорить о том, что вот зарабатываете столько денег, вам было неловко сказать людям, что вот я столько денег зарабатываю, и сейчас вы называете это своей ошибкой, а потом вы начали об этом открыто говорить, и у вас стала расти и команда, и ваш личный доход стал расти. Сталкивались с завистью, вот с какой-то завистью, может быть, злостью, да как-то так, ничего не делает, сидит там в своем инстаграме, миллионы зарабатывает? Ну, сейчас да, потому что суммы уже огромные, деньги огромные, особенно для такого города. Сейчас, конечно, очень много зависти, злости, много разговоров, верю, не верю, вот такого плана, ничего не делает, да, очень много разговоров, конечно. Но люди, которые в НЛ, да, они знают, откуда такие деньги, знают маркетинг-планы, они понимают эти суммы. А люди, которые не в НЛ, они, конечно, этого всего не понимают, и они думают, что это обман, что это все неправда, что ничего не делает, да. То, что говорят люди, которые не в НЛ, мне как бы, ну, по сути, мне все равно. Мне главное вот окружение, моя команда, это мои главные люди. Они все знают, что я делала, и как весь мой путь, они все знают. Ксения, почему вы не уезжаете из вот этого маленького города? Ну, мы сейчас вообще живем на два города, и в Бельцах, и в Кишиневе. То есть мы купили сейчас недавно квартиру в Кишиневе. И мы несколько дней там, ну, выходные в основном в Кишиневе, а в будни тут в Бельцах. У нас в Бельцах просто офис, который нужно контролировать, да, работу, поставки, все, офис контролировать, ну и команда тоже, встречи постоянно, то есть клиенты тоже, много клиентов, и то же самое в Кишиневе, тоже и команда, и клиенты тоже. Поэтому сейчас пока так, на два города. А какое расстояние между городов? Ну, 100 километров. А, немного. Совсем близко, совсем близко. Дорогие квартиры в Кишиневе? Сколько стоит ваша квартира? Ну, мы купили 91 тысяча евро. 91 тысяча евро – это где-то получается у нас 8 миллионов, если на рубли переводить. Правильно я понимаю, да? Около 8 миллионов. Да, это трехкомнатная, 80 квадратов. Подешевле, конечно, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, да, есть свои преимущества в Кишиневе, надо будет как-нибудь к вам съездить. Ксения, я буду говорить в рублях, потому что мне трудно говорить в вашей валюте. Вы же сможете переводить, да, быстро? Вам это не сложно? Ксения, мне знаете, что интересно? Я когда вот с ребятами, с девчатами из НЛ общался, я очень часто, знаете, о чем слышал? Что вот человек вот приходит, ну, есть часть, которая сразу отвалилась, да, что-то попробовала, не получилось, и они отвалились. А есть, мне сказали, часть людей, которые доходят до определенной планки, и я очень часто слышал сумму в 50 тысяч рублей. Вот доходят до дохода в 50 тысяч рублей, а потом не могут вот эту планку перепрыгнуть, перешагнуть, и в итоге тоже сдуваются. У вас было что-то подобное, когда вы на какое-то плато вышли и не могли дальше подняться? Сколько это было и когда это было? Да, я застряла примерно в сумме чуть-чуть побольше. Звезда – это, ну, где-то было около 100 тысяч рублей. Ну, это такие вообще хорошие деньги для моего города, для моей страны. И эта квалификация, эта зарплата, то есть она делалась легко. Ну, то есть дальше уже не нужно было прилагать каких-то усилий. То есть клиенты были, менеджеры были, которые эту квалификацию там закрывали, ну, общим объемом закрывалась квалификация. И как бы особо ничего делать не нужно было, чтобы закрывать. И вот я застряла надолго, на год в этой сумме, в этой квалификации. Меня все устраивало, деньги неплохие, все хорошо.
Но это было до дня рождения компании. Первый раз я, когда поехала на день рождения компании, я увидела всех лидеров, как они на сцену выходили. Удалось там с некоторыми пообщаться. Ну, то есть я все увидела совсем других людей в сравнении, да, со мной. И я поняла, что я хочу так же, что я тоже хочу быть таким вот лидером высокой квалификации, хочу на сцену, хочу, чтобы меня знали, со мной фотографировались. Вот. И еще там, у меня муж еще работал тогда в найме, и там на дне рождения компании мы решили, что он уйдет. Вот. А чтобы он ушел с работы, нужно больше зарабатывать, да? И он мне сказал: хорошо, я уйду, но если ты закроешь ДС, ну, то есть квалификация выше, там уже 200 тысяч заработок. Тогда я смогу уйти, мы будем работать вместе, я буду помогать, но нужно, чтобы ты закрыла ДС. И я приехала с дня рождения компании, сразу в тот же следующий месяц, получается. Приехала в феврале, это было в марте, я уже закрыла ДС. Ну, то есть квалификацию выше. И вышла на 200 тысяч. Вот. Меня протянул вот именно день рождения компании, лидеры. Ну и то, что вот я хотела, чтобы муж ушел из найма. А муж где работал? Ну, он работал... Он уезжал часто в Германию тоже. Они там... Он, получается, работал с напарником, ну, как бы в найме, на зарплату с этим напарником. Они ездили в Германию, там покупали технику, привозили сюда и продавали. Технику вы имеете в виду бытовую или автомобилю, что? Бытовую, да, технику. Бытовую. Да, и вот его родители, они мне очень было тяжело, что он часто уезжает, я одна с двумя детьми. А кроме того, он и в городе много работал, там и на выходные. То есть я была свободна, деньги уже какие-то есть, да, можно на море поехать, можно там, ну, куда-то съездить, сходить. А он постоянно занят, он постоянно в разъездах, он постоянно работает, и мне это очень сильно, мне это не нравилось. Вот, поэтому у меня был такой стимул, чтобы он... Слушайте, Ксения, мне вот что интересно. Правда, если я сейчас спрошу то, что не покажется вам корректным, вы не отвечаете. Но как устроена психология мужская, да? Она устроена следующим образом. Кто такой мужик? Глава семьи. Главный он в семье, он должен больше зарабатывать. А получается, что вы сказали: окей, я буду зарабатывать больше, ты уйдешь из найма. Как в этот момент вы пережили? Нормально? Не было у вас по этому поводу каких-то семейных небольших ссор? Ну, я хотела, чтобы он мне помогал, потому что я одна не справлялась. У нас же не было здесь магазина и офиса в городе, в стране. Мы получали посылки, то есть раз в неделю с Москвы приезжало там 4-5 коробок продукции. Это все нужно было собрать каждому менеджеру, каждому клиенту, то есть это отправить туда-сюда по почте, на маршрутке, в Кишинев, отвезти туда-туда. То есть это огромная работа. А у меня маленький ребенок, то есть, ну, годик ей был, когда я уже закрыла ДС. И это сложно. И поэтому я хотела, чтобы он мне именно помогал. Я знала, что мы вдвоем можем больше. Mm-hmm. И больше зарабатывать. Больше, если я освобожусь от вот этих вот доставок, от этих вот разъездов, почты, одно, другое, то я больше уделю внимания команде, и мне будет легче работать. И так и получилось, в принципе. А он ушел. Сейчас, он уже сейчас в НЛ, или он просто вам помогает, продолжает помогать? Он занимается сейчас полностью офисом, потому что, ну, офис — это тоже сложная работа, поставки, учет, документация, все. То есть он полностью сейчас офисом занимается, но также и с клиентами, там, когда нужно на почту отправить, еще куда-то там по Европе он отправляет моим менеджерам, то есть в Германию. Это практически целый день работы, то есть прийти в офис, забрать продукт весь, а берут по 3 коробки, по 4 вот в Англию сразу или в Германию. То есть это все нужно собрать, потом поехать, отправить. То есть, ну, это тоже большая работа. И если бы я этим занималась, было бы меньше времени на команду.
Я, наверное, не очень корректно спросил, вы меня не так поняли. Я имею в виду, а он участник НЭД, у него есть контракт? Или у вас семейный сейчас контракт? Или он просто помогает вам? Да, у нас семейный контракт, но у него заработок с офиса идет, у него тоже чек с офиса. А мой чек уже в НЭД. Я не первый раз уже слышу, вот теперь услышал от вас, что у людей происходит какое-то изменение сознания, изменение вообще взглядов на то, что они делают после того, как они побывали на дне рождения компании. Что там произошло? Ну вот выходят они на сцену, ну вот они рассказывают, ну вот они успешные. Ну и что? Это можно было и в интернете бы посмотреть. Ну какое там таинство происходит, что уже не вы первая, кто рассказывает мне о том, что после дня рождения компании выстрел, после дня рождения компании рост. Что там происходит на этом дне рождения? Ну, я впервые побывала тогда в Сочи на день рождения компании, то есть я не знала, не знала их истории. Да, они выходили на сцену, рассказывали какие-то свои истории, которых ты видишь из себя, что такая же простая, да, там кто-то пишет, там, кто-то говорит, вернее, я с деревни или там я с маленького города. То есть ты в этих историях, ты видишь себя и думаешь просто, а чем я хуже? Вот я, честно, сидела, так и думала, а чем я хуже? Я ничем не хуже, я тоже должна быть здесь, на сцене. Вот. И видишь их вживую, то есть что они такие же, как ты. Ну, ты ничем не хуже их, и ты тоже так же можешь. И хочется туда, на сцену, ты просто все делаешь для того, чтобы выйти на сцену. Вы вышли уже на сцену? Было это? Да, да, мы в этом году в Питере выходили, забрали свои вот эти вот значки. Ой, что это такое? Не видел такое, мне не показывали ни разу. Валя, ну вот значок, серебро с золотом и с одним бриллиантиком. Это прям вот значок? Вы его сами на цепочку повесили, чтобы это браслет получился? Или это прям браслетом и идет? А дарят такой значок и такая веревочка черная. Постоянно. Я первый раз такое вижу, мне до этого не показывали. Ксения, скажите мне, друзья, я каждый раз, когда у нас не очень хорошая связь, приношу вам извинения за то, что у нас иногда бывают такие помехи. Обращаюсь я к тем, кто слушает подкаст, но Ксения бесконечно интересный собеседник, поэтому я очень надеюсь, что эти небольшие технические моменты вас не тревожат, и вы продолжаете нас слушать. Ксения, я хотела выйти на сцену, я хотела быть там, я чувствовала, что я не хуже. Ведь отчасти вами двигало тщеславие, желание стать известной, чтобы с вами фотографировались. Ну, как это иначе назвать? Это же, ну, это, наверное, отчасти это тщеславие, но при этом вы бесконечно скромный человек. Вот я сейчас с вами общаюсь, я не чувствую, что у вас есть какая-то заносчивость, или вы какая-то прям такая королева. Вы абсолютно нормальная, прекрасная, приятная девушка. Как получается так, что люди, которые за достаточно короткий срок заработали большие деньги, не сошли от этого с ума, не потеряли, не знаю, человечное отношение к этому миру, не зазвездились? Как вам удается, НЛ-щикам, и вам в частности, звезду-то не поймать? Или у вас был такой период? Нет, у меня не было такого периода, и я зарабатываю тут в городе много, да, и я не чувствую, что люди, которые меньше зарабатывают, хуже меня или как-то не такие. Просто они не хотят, они не хотели, они не хотят. А я просто хотела, да, больших денег, чтобы исполнять свои мечты. Там мы летали на Мальдивы, мы купили квартиру, машину. То есть я хотела просто то, что мне жизненно необходимо, так сказать, да, квартира, машина. Но при этом я не зазвездилась, потому что я не вижу в этом такого прям огромного достижения. Да? Есть в нашем мире люди намного богаче, намного, да. Поэтому и тоже остаются простыми, не заносчивыми, не за звездной болезнью. Поэтому деньги — это не самое главное в жизни, да, но все равно нужно оставаться человеком.
Поэтому я не знаю. Я не считаю себя, если я хорошо зарабатываю, лучше, чем кто-то. Вообще хочется, чтобы все, да, зарабатывали. Я всегда в своем городе, вот в Инстаграме, я всегда говорю, что у нас появилась в стране такая возможность, чтобы наши люди не уезжали, не уезжали на заработки, жили тут в Молдове и зарабатывали. Поэтому не упускайте такую возможность, всегда об этом говорю. Умные люди говорят, когда речь заходит о деньгах, они говорят о том, что деньги никогда не приходят к тому, кто хочет просто денег. Потому что деньги – это средство получения чего-то. Если ты хочешь просто денег, у тебя этих денег не будет. Но если ты хочешь чего-то, что можно купить за деньги, путешествие, хочется дом, где будет жить семья, хочется автомобиль, хочется, не знаю, красивое платье, красивую обувь, то тогда деньги появляются. Потому что деньги – это средство. Вот вы сказали о том, что у вас исполнилось несколько ваших мечтаний. Мальдивы, машина, квартира. А чего вы сейчас хотите? Хочу еще квартиру. Хочу здесь квартиру. Моя мечта у моря. Хочу еще квартиру в Одессе, хочу машину лучше уже, новее, лучше. Путешествовать. Много есть стран, в которые хочу. И там уже по мелочи такие женские хотелки, там типа брендовых сумок. Такое, женские хотелки. Но такие самые основные. Хочу еще квартиру в Одессе и машину лучше. Вы верите, Ксения, неожиданно вас хочу спросить, в то, что мысль материальна? Конечно. Верю. А расскажите про эту квартиру, которая у вас будет у моря. То есть, ну вы как ее себе представляете? Раннее утро, солнце проникает сквозь шторы, я просыпаюсь в кровати, выхожу на балкончик с чашечкой кофе. Как вы себе это представляете? Примерно так и представляю. Представляю, что там панорамные окна с видом на море. Но я такая просыпаюсь и пью Drain Effect. Это круто. А где у нас муж? А где у нас муж? Подождите. Ну, муж и дети, да, конечно, тоже. Тоже все здесь проснулись и тоже пьют что-то от компании NL. И когда это будет, Ксения? Вот у вас есть точная мысль о том, когда это абсолютно обязательно случится? Ну, думаю, через 2 года. О, это очень мало. Круто, здорово. Это очень мало. Как так получается, что вот если бы мы сейчас с вами, предположим, беседовали бы в 2018 году, вот вы в компанию пришли в 2017, а я бы через год возник у вас здесь в Зуме и спросил бы у вас: «Ксения, о чем вы мечтаете?» Вы бы сказали: «Ну, хочу квартиру». Я бы вас спросил: «А когда вы ее купите?» Наверняка вы бы сказали: «Ну, не знаю, ну вот надо заработать денег». А сейчас вы мне говорите: «Через 2 года у меня будет квартира в Одессе с видом на море и панорамными окнами». Как? Почему вы сейчас точно знаете? Почему вы сейчас так уверены в себе? Ну, потому что у меня есть заработок, стабильно растущий причем. И я просто рассчитала, да, сколько мне нужно времени, чтобы купить квартиру. Вот. То есть я уверена в этом заработке, я уверена, что компания там никуда не денется, что рост всегда будет, заработок всегда будет. Поэтому просто посчитав пример, сколько мне нужно на квартиру, я понимаю, что через 2 года я смогу купить. А у вас был период, когда... Вот вы говорили, что у вас был период, когда вы застряли на 100 тысячах рублей, а у вас был период, когда вы уставали? Уставали до такой степени, что вообще ничего делать не хотелось? У меня было время, что я вообще хотела, да, уйти с НЛ, бросить хотела, потому что я не видела перспективы именно в Молдове. Я же вам говорила, что у нас не было ни офиса, ни магазина, ничего не было. И я писала письма в компанию с 2017 года, что мне сделать, чтобы открыть офис, когда вы откроете, а у вас есть планы на Молдову. То есть я писала постоянно каждый месяц письма, плюс дергала наставников. И мне все время был ответ: нет планов, нет,
как бы не собираемся открывать. И настал такой период, когда уже сложно было доставлять продукт, команда выросла, объемы большие, доставка очень дорогая, я уходила в минуса, мало зарабатывала из-за этого, потому что очень дорогая была доставка. И в одно время вообще не получались доставки, то есть нам отказывали в доставках. Нет, мы вашу продукцию не берем, у нас проблемы там на таможне из-за вашей продукции, у нас конфисковывали этот товар, забирали. У меня было такое, что я всю зарплату отдавала, чтобы забрать этот товар. Ну и в какой-то момент все это вот так вот накипело, что я хотела уйти. У меня прям вообще уже не было мыслей, что что-то получится. Я понимала, что дальше все, нет развития, получать продукт не могу, компания открывать магазин и офис не собирается. Что мне делать? Я просто теряю время. Это какой был год, Ксения? Это был вот 2019, конец 2019-го. Нет, да, 2019-го, конец. Что, получается, прям отчаяние было, прям ревели, что ли? Да, я ревела, я писала наставнику, плакала, все, я не могу. Он меня обманул, мой наставник, он сейчас не работает. Он меня обманул, он сказал, ты знаешь, я разговаривал с Юлией Гальдорт, она сказала, что Молдову откроют. И он меня обманул, и я продолжала дальше. А зачем он это сделал? Ради своей выгоды какой-то? Да, чтобы я не бросала, но я очень благодарна ему, что он меня обманул. Вот видите, недаром же говорят, что в жизни даже отрицательные какие-то моменты, отрицательные случаи, они потом, они для чего-то нужны, но только мы это не сразу понимаем, а по прошествии времени. Сказал, я разговаривала с Юлией Гальдорт, она сказала, что Молдову не собираемся открывать, я бы бросила. А так он мне сказал, ты знаешь, я с ней разговаривала, она сказала, да, мы откроем Молдову. А что произошло потом? То есть, ну хорошо, он вас обманул, вы продолжили работать. А как получилось так, что вы начали выходить потом в плюс? Ведь проблемы же никуда не делись. А получилось так, в то время, вот мой наставник как бы ушел, он перестал работать, и наша ветка поднялась к наставнику, сейчас моему вышестоящему. И она со мной вышла на связь, познакомилась, я ей рассказала свою историю, сказала, что в Молдове мы очень любим продукт, но у нас такие сложности. И тогда она высокой квалификации в лидерском совете, в клубе миллионеров, и она начала дергать компанию, дергать учредителей, чтобы открыли Молдову. Вот, и... компания не собиралась открывать, но она дала эту возможность нам. Мы взяли все на себя, и с их помощью, с помощью компании открыли вот офис в Бельцах. Слушайте, вы прямо какой-то невероятной силы девушка. Это очень круто, то, что вы рассказываете. Перейдем к моим любимым вопросам. Ксения, вы сталкивались в своей компании, в своей команде, правильнее сказать, с предательством? Вот сейчас вы уже сказали о таком нехорошем событии, когда ваш наставник вас обманул, но это все сработало на пользу. А из вашей команды кто-нибудь вас предавал, уходил? Ну, уходить-то уходили, но именно чтобы предавать, нет. Такого не было, да? Просто мне встречались энергетики, которых прям, ну, предавали, прям... Брали и бросали. Мне интересно было бы узнать, как вы это пережили. Но если у вас такого не было, и слава богу, и пусть никогда такого не будет в вашей жизни вообще. А вас звали в другие компании? Меня звали, да, в другие компании, потому что уже видя, как я в НЛ, да, начала развиваться, как я это все раскрутила в маленьком городе, вот в такой стране, меня стали звать в разные компании, вообще непонятные, неизвестные, и нам нужен такой человек, вот как вы, потому что вы умеете это все, и вы будете зарабатывать намного больше, вот так мне говорили. То, что вы зарабатываете, это мало. Будете зарабатывать намного больше. Ну, естественно, никто никуда не уходил. Я слышал, что когда другие компании зовут, они прям иногда на старте перекупают. То есть они могут сказать, вот вы к нам приходите,
Но вот прям сразу за то, что вы к нам придете, мы вам дадим и называют какую-то сумму денег. Не было такого? Нет, такого мне не предлагали, мне просто обещали, что ты будешь намного больше зарабатывать. Какая вы надежная, Ксения, а? И жена надежная, и работник надежный. Разве такие бывают люди? Я прям восхищен и удивлен. Ксения, расскажите про свой день. Вот вообще, как сейчас строится ваш день? Потому что когда только человек приходит в компанию, ему нужно, ну, показать себя, ему нужно работать. Потом наступает такое относительное затишье. А потом я слышал, что главное вот эту вот инерцию соблюдать, главное немножечко не забывать это все, главное работать уже не с головой, но работать, и тогда все будет идти хорошо. Насколько сейчас много времени у вас в день уходит на работу? Давайте пройдем вообще по вашему дню. Во сколько вы сегодня проснулись? Я проснулась в 10. В 10 утра. Хорошо. И что дальше было? Вот вы проснулись, потянулись. Выпила дрейн эффект. Так. Позавтракала. Дальше у меня в 11 была запись у косметолога. Да. Я была у косметолога. Сейчас вот с вами сразу запись, но я в косметолог в том же здании, где у нас офис. То есть после косметолога я собиралась в офис. Ну, пошла, по-любому пойду сейчас, после записи уже иду в офис, заберу заказы, что-то клиентам, что-то менеджерам соберу, то есть кому что отправить нужно, поснимаю какие-то сторис, сяду в телефоне, поработаю, потому что в офисе никто не отвлекает и можно спокойно поработать. Дома все равно какие-то домашние дела, дети, они отвлекают. Вот. А вечером у меня Zoom с командой. И там уже дома, да, дети, домашние дела, ужин. Такой обыденный день, ничего такого. Устаете к вечеру? Да нет, особо не устаю. А муж, Ничего. вот, а муж ваш супруг, как его зовут? Виктор. Вот Виктор, он наверняка сравнивает свою прошлую жизнь, когда он мотался с Германию, с теперешней жизнью. Он когда больше устает? Сейчас или тогда? Да нет, он сейчас тоже не устает. Мы недавно ехали, и он мне говорит, я когда в Германию ездил, вот там-то что-то начал рассказывать, и я говорю, хотел бы сейчас в Германию опять ездить. Он такой, нет, ты что? Ну вот, значит, ему сейчас больше нравится. Ксения, я вас еще немного помучаю, и мы будем завершать наш подкаст. Вы и так очень много времени мне уделили. Я хотел вас вот о чем спросить. Очень много сейчас времени НЛщики и вообще, да и вообще все люди уделяют социальным сетям. Просто сейчас социальные сети – это двигатель торговли. Насколько важно, вот когда вы записываете сторис, когда вы рассказываете о себе, насколько важно быть честной? Или наоборот, может быть, нужно оставаться всегда в образе и не показывать ни грусти, ни печали? Как вы ведете себя в социальных сетях? Я максимально честна, то есть какая в жизни, такая и в Инстаграме, но если у меня случается что-то плохое, стараюсь не показывать и не рассказывать, потому что люди на самом деле радуются. Вот. Поэтому если у меня там кто-то болеет или что-то произошло, я это просто не показываю. А в остальном я максимально вот на 100% все показываю, как есть, и честна. То есть все говорю как есть, не придумываю, не обманываю, не вхожу в никакие образы, то есть такая же, как в жизни. Мне об этом как бы всегда говорят, что вот ты такая же, как в жизни. Ну что, вы прям можете проснуться и без косметики записать какую-нибудь сторис, что вот я только проснулась? Ну, фильтры это сейчас такое дело. Можно и без косметики спокойно вообще снимать. А мужа снимаете в сторис или он сам что-то подобное делает? Нет, муж мой не любит ни сторис, ни фото, ничего, и я его не мучаю. Редко он у меня в Инстаграме, очень-очень редко.
Раньше я там мучила его, ну давай. Потом думаю, зачем я делаю, что человеку не нравится? И все, и перестала. Я хочу вас еще спросить о вашем доходе, если это уместный вопрос. Просто когда вы начинали и зарабатывали 15 тысяч рублей в пересчете на рубли, вам было неловко говорить о том, что я зарабатываю 15 тысяч. Потом вы поняли, что нужно об этом рассказывать. Сейчас вы рассказываете о своем доходе, или он сейчас настолько большой, что вы опять испытываете неловкость? Я рассказываю, потому что я горжусь таким доходом, учитывая, что живу в Молдове. И хочу, чтобы люди теряли возможность, поэтому я рассказываю всегда без каких-то... Ну, нет, не тайно, в общем. Говорю, да, мой заработок больше 1 000 000 рублей. Больше 1 000 000 рублей в месяц сейчас? В месяц, да. Ну и хорошо, на самом деле. Ну и хорошо. Ксения, спасибо вам большое за то, что вы нашли время со мной поговорить. Не останавливайтесь ни в коем случае. Вы совершенно потрясающая девушка. Очень скромная, такая хорошая, добрая. Это прямо чувствуется через экран. Пусть у вас будет надежная команда, которая будет вам предана. Ну и вы будете преданной команде. Живите дружно, пусть дети будут здоровы. И слушайте, я вообще мечтаю еще раз как-нибудь съездить в Одессу. Я был в Одессе, я еще в школе учился, то есть это было давным-давно, когда мы жили в Советском Союзе и границ не было. Я помню, мы с родителями ездили в Одессу, я помню, что нам там очень нравилось. И я все-таки еще раз хочу туда съездить. Ксения, ну я так вот просто сейчас чего подлизываюсь-то, да? Может быть, года через два я соберусь, а у вас же будет огромная квартира. В общем, если что, останавливаюсь у вас. Без проблем. Все, договорились. Это была Ксения Шендрия, замечательная, прекрасная девушка. Это был подкаст НЛ «История успеха». Ксения, на прощание вы можете сказать все, что угодно. Пожалуйста. Спасибо вам, спасибо всем, кто будет слушать. Друзья, если вы в НЛ и слушаете этот подкаст, не сдавайтесь. Просто не сдавайтесь. Идите к своим целям, идите к своим мечтам. НЛ-подкаст. Истории успеха.